на информационный фронт. Это и дезинформация, и вербовка, и война в интернете. Что стоит за атакой на российский телеканал в Британии? Мы очень обеспокоены. Мы наблюдаем гораздо более агрессивную Россию. Почему нас в Европе боятся больше, чем террористов? Владимир Путин обращается к французскому обществу и как будто бы говорит: «Я здесь, в центре Парижа». И как представляют на Западе пропаганду Кремля? Все четко по инструкциям! Служу России! Об этом сегодня в нашей программе. Я Андрей Норкин. Это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы работаем в прямом эфире. Ну что ж, информационная война, о которой еще пару лет назад говорили так в полголоса, похоже, приобретает все более четкие явные очертания. На этой неделе Европарламент будет рассматривать резолюцию по противодействию российской пропаганде. Причем в документе речь идет еще об одной пропаганде со стороны ИГИЛ, то есть действия России по защите своих интересов и действия террористов Исламского государства, они в Европарламенте, в принципе, поставлены на один уровень. Ну, вообще, это, в принципе, не новость. Уже ну, в общем, была да. Да, одна да. такая попытка. Но если говорить о вот этому об этом противодействии российской пропаганде, Великобритания сыграла на опережение. Накануне английским банкам было принято решение о закрытии всех счетов телеканала RT, который финансируется из российского бюджета. Объяснять свое решение в банке никак не стали, а вот наш МИД заподозрил, что это согласованная с официальным Лондоном акция. Давайте мы посмотрим, как на это отреагировали официальные британские представители. Или, пожалуйста. Это в компетенции банка, и он сам может решать, кому предоставлять свои услуги, основываясь на собственном желании рисковать. Это следовало сделать уже давно, потому что ясно, что RT – часть пропагандистской машины России, которая пытается манипулировать общественным мнением на Западе, прибегая к дезинформации и другим методам, которые не соответствуют принципам профессиональной и объективной журналистики. Внутри парламента Британии уже давно зрело беспокойство растущей популярностью RT в стране, в то время как уровень доверия к BBC падает. Этим банком владеет правительство Великобритании, а значит, решение это тоже принято правительством Британии. Основополагающие принципы европейского либерализма. Один из этих принципов – свобода слова. Вот, Майкл согласен. Что касается свободы слова, да, это базовый фундамент. Свобода слова распространяется и на желтые СМИ. Я не говорю, что Russia Today желтый, но пусть многие так считают. Пусть считают, и не важно. Это субъективная оценка. Свобода слова распространяется на желтые СМИ. Это альтернативный источник информации. У них свое виденное. Они имеют право на это виденное. То есть вы сейчас, Майкл, согласны или не согласны, это ваше личное дело. Вот сейчас к этому решению вы как относитесь? Негативно. Негативно. А табуреточку принесите, пожалуйста, рядом да, с Да, Майкл, пора пересаживаться ко мне. Кстати, я вот соглашусь с Майклом, спасибо за позицию. Надо сказать, что в Штатах с нами такого пока, слава богу, не происходило. Может быть, пока? Почему пока? Может быть, пока? Не, ну, Фокс поругивает. Вы что-то плохое чувствуете, что вот-вот будет? Ну, Фокс поругивает. Мы же все с вами читаем одно и то же. Там тоже достаточно голосов, которые говорят о том, что нас надо закрыть, Google надо запретить с нами работать, всем надо запретить с нами работать. Но пока это просто голоса и просто шум. Давайте так, давайте Майкл, действительно, потом Григорий. Майкл, все-таки почему поставили вот в один ряд, да, пропаганду ИГИЛ и российскую пропаганду? Ну, я думаю, что они загнули, несколько загнули. Майкл, ну пора пересаживаться. Не спешите с этой оценки. Можно вывести карту на экран? Карту какую? Что вы хотите, какую карту? С флажками. С флажками, где да, были конечно. Попытки там, да, закрывать угу. или там запрещать По-моему, вы временно. Поспешили сейчас. Сейчас, да, нам нужно просто останетесь. Время, чтобы ее вытащить. Сейчас. Вы начинаете говорить. Я костерой жестко Майкл. Спать. Да. Да, вот она. Так. Ну это все верно, но так, просто вы пропустили огромный кусок, вы пропустили 1/7 земного шара на этой карте. Вам не кажется, что бросается в глаза, что-то не так здесь на этой Нет. карте? Вы к чему Есть идете? Такая страна, Российская Федерация. Так. Давайте будем говорить об этом. Я уже говорил, что я за альтернативную точку зрения. Почему в Америке не трогают Russia Today? Можно не согласиться, можно считать это желтым, но они Подождите, имеют право. Подождите, а мы... А где Нет, альтернативный... А вы не ответили на вопрос Григория. Вы ушли от его Включите вопроса. Включите «Эхо Москвы» и послушайте. «Эхо Москвы». Да вы
Гену! Гену! Я про другой вопрос задала. Почему в одной резолюции уравнивается российская пропаганда и пропаганда ИГИЛ? Как это можно сравнивать? Даже если вам не нравится наша пропаганда, как это можно ставить на одну чашу весов? Когда появится Америка Today. Так сделайте. В России. Да. Что да. Разреши. Никогда, когда рак на горе свистнет. Никогда этого не будет. Подождите, Майк. Вот у нас есть, например, у вас, вернее, есть телекомпания CNN, которая в России вещает, BBC вещает. Ничего подобного. Я говорю, Майкл, никого не лишал лицензии. Когда, понимаете, это Вы сейчас сидите на федеральном канале. Григорий, на федеральном канале. Спасибо вам. Пожалуйста. Более того, даже Якуб пока не ушел. Этого очень мало. Я говорю, есть монополии на федеральных каналах. Поэтому это принцип альтернативной точки зрения, за который вы боретесь. Хорошо. Как можно ставить на одну чашу весов российскую пропаганду и пропаганду ИГИЛ? Как это можно сравнивать? Я про это задаю вопрос. Я уже ответил. Нет, это он сказал, что они перегнули. Давайте Виталий Валентинович, подключайте. Что был такой, есть такой замечательный канал, называется НТВ. Так. А где предыдущее НТВ? Многие считают, это дело вкуса. Предыдущее какое? Да, многие считают, что это захват НТВ, это дело вкуса. Но я говорю, когда вы говорите о том, что в Латвии плохо, в Британии плохо, свободный слово. Давайте будем говорить о России. Все нормально? Где это альтернативная точка зрения? Это вы нам сейчас с Андреем хотите про захват НТВ рассказать? На федеральный канал где? Итак, друзья мои, мы прослушали с вами выступление по поводу отсутствия альтернативной точки зрения. Вот была позиция Майкла Бома. Хорошо. Виталий Валентинович, продолжим. Майкл, вернемся. В начале октября немецкое телевидение выпустило специальный фильм на эту тему. Его авторы утверждают, российские издания лишь вершина айсберга. По их мнению, Кремлю удается лоббировать свои интересы на разных уровнях европейской власти. Вот давайте мы сейчас посмотрим фрагмент этого сенсационного фильма. Это Татьяна Жданок, русскоязычный депутат Европарламента от Латвии. Она входит во фракцию «Зеленых», но часто голосует не вместе со своими сопартийцами, а в духе Кремля. Например, по вопросу санкций против России. Госпожа председатель, я голосую против. Жданок получала деньги от фонда Владимира Якунина «Русский мир», связанного с Кремлем, и она это подтверждает. Да, мы получали деньги от «Русского мира», чтобы организовать российско-европейский форум прямо здесь, в Европарламенте. Так, давайте мы сейчас попробуем связаться с Татьяной Аркадьевной Жданок, героиня фильма, депутат Европарламента. Татьяна Аркадьевна, вы нас слышите? Да, слышу. Замечательно. Как вы относитесь к этим обвинениям, что вы агент Кремля? Алло. Татьяна Аркадьевна, извините, вы шпион? Шум в студии, я очень плохо слышу ведущего. Татьяна Аркадьевна, я громче буду и короче. Вы агент Кремля, признайтесь, пожалуйста. Ну вот видите, здесь нахожусь в самом центре здание Европейского парламента и, видимо, представляю собой эту зловещую путинскую сеть. Когда снимал немецкий тележурналист сюжет 22 июня, символическая дата, он сказал мне, что запросил интервью по теме отношений Европейский Союз-Россия, НАТО-Россия, мое видение этих отношений. Но то, что вышло на экран, меня просто шокировало. Там чистая пропаганда. Ну, и нежелание журналиста вообще даже вдуматься в то, что он говорит. Например, меня обвиняют, что во время встречи с ветеранами, где представитель мэрии Москвы вручал им пожертвования небольшие, там в районе 40 евро каждому. Вот это была, мол... Татьяна Аркадьевна, я прошу прощения, вас перебиваю. Не хочу, чтобы отрывать вас надолго от вашей подрывной деятельности в Европарламенте. Тут один из наших либеральных гостей задавал вопрос, а что Татьяна Жданок вообще делает в Европарламенте? Перефразируя немножко, вы там чьи интересы отстаиваете? Можете коротко нам ответить? Я отстаиваю интересы своих избирателей. И во всех я три раза меня избирают.
избирали в Европейский парламент в 2004, 2009 и 2014 году. И все время в программе было записано «Европа от Лиссабона до Владивостока» или как минимум до Урала. Это слова де Голля в свое время им произнесены. Это хорошие отношения между всеми странами Европейского континента в первую очередь. То есть Кремль вас не финансирует? И за это голосовали, да? Мои избиратели. Кремль вас не финансирует, да? Вы знаете, какие зарплаты у евродепутатов? Вот я поэтому и спрашиваю, может быть, Татьяна Аркадьевна бы и согласилась. Эту мысль. Ветераны Великой Отечественной войны, они не граждане, они не могут даже участвовать в выборах. То есть единственное, что нашли вот за все время, уже 12 лет моей парламентской деятельности, я присутствовала на вручении небольших пожертвований ветеранам от мэрии Москвы. Но все они-то приехали, прибыли в Латвию, освобождая Латвию, они прибыли после. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии и живой символ кремлевской угрозы. Майкл, по 40 евро не выдается только ветеранам в Москве. Хоть как начинает высказывать симпатии в Москве, сразу называют его агентом Кремля. Майкл, пожалуйста, начинайте отвечать. Потому что это ответ на то, что мы слышим, когда какой-то российский гражданин получает деньги от какого-то западного фонда. Сразу пятая колонна, допустим, комитета... Татьяна Аркадьевна, по-моему, сейчас прямым текстом сказала, что она никаких денег не получает. Да. Ну подождите, дайте Майклу сказать. Я хотел сказать по поводу, когда Сергей Железняк говорит, что мы говорим правду и чисто правду. Да, я думаю, что это вызвал достаточно много смеха у зрителей. Зрители старше 40 помнят вот это советская правда, даже газета «Правда», даже улица «Правды», которая до сих пор существует. Понимаете, в чем дело? У каждого своя правда. Так. Как каждая семья несчастная по-своему, каждая СМИ... У каждого своя правда, я с вами абсолютно согласна. Почему вы не допускаете, что мы свою правду можем нести на Запад? В том-то и дело, что в Америке... Russia Today имеет право. Это альтернативная точка зрения. Да, допустим... Майкл, нельзя этот вопрос задавать, потому что он прикрывается, что в Америке мы никого не трогаем. Зрители решают, где правда, не Железняк и не государство. А почему? Железняк тоже зритель. Александр Ильич. Пусть будет конкурентная среда, информационная конкурентная среда. Пусть расцветает тысяча цветов или сколько там, секунд. Россия очень хорошо противостоит западной пропаганде. Есть мощный Russia Today, есть спутник, и есть в конце концов есть Сергей Железняк, который говорит правду и только правду. Хотелось бы, чтобы было больше американской правды на федеральных каналах. Я есть, но один в поле не воин. Майкл, ну подбирайте себе как-то партнеров уже, приводите, мы только рады будем.